Им и будь любую суть. И всем привет, с вами Игорь. Это канал Black Host Play. Мы продолжаем играть в Alan Wake. Мы упали в прошлой серии. Мы ехали с Барри. А я уже, честно, не помню. Ну, что-то случилось. Мы попали в аварию. Барри, видимо, плохой ездун. И вот он, Барри нету. Я вот он, сижу. Непонятно где. Без фонарика, без ничего. Ну и надо как-то идти. А ты останавливай видео на паузу. Бери покушать, попить. Ставь лайк. Подписывайся, колокольчик прожимай обязательно. И мы продолжаем. Так. Барри! 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 О, чувак, ты жив! Боже, рад тебя слышать! Я пытался выбраться, но земля провалилась! Блин, вот это обвал! Не волнуйся, твой манекен цел. Да черт с ним, сам-то цел? Я в кусты упал, так что ни царапины. Вот только ты не спустишься, стена почти отвесная. Как это можно упасть в кусты и ничего, ни царапинки не получить с обрыва? Зато манекен цел, видишь? Самое главное, не я, а манекен. Какой-то... А, точно, там же был, типа, обвал. Сюда что-то спускается! Барри, это одержимый! Используй ракету! Барри, ты цел? Как он радуется. Я в порядке! Я супер! Спорим, он никогда не сталкивался с нью-йоркцами! Ему прям это... Ему прям нравится это. Все такие... Тебе придется найти другую дорогу к ферме! Я буду ждать! А, да, мы же идем к ферме, чтобы узнать... Просто подожди меня, ладно? Ал, я тут не останусь, мне еще жить охота! Я пойду к ферме, убедиться, что там безопасно! Догоняй! За меня не бойся, я справлюсь! Справлять ли? Что сказать? В натуре. Если бы я не догнал Барри, это был бы провал. Почему? Был бы провал. Он же сказал, что он крутой. Он Рэмбо. Что произошло? Где это было? Где что упало? Так, мы идем. А, я ж без фонарика, бляха, я Опа, что такое? Опа, вот это плохо. Вот это что такое? А у меня нету ничего, а как мне жить? А, ну все ясно. Вот так вот жить, да? Получить по пиздюлятору. Ключи. Иди сюда. На. Давай, следующий. Давай. Ля ты тварь какая. Я ж могу сейчас не выжить. Или все? Нет, не все. Ага, вот она. Оно сейчас выключится, не вовремя. Кидай. Там как-то ты хреново кидаешь, скажи мне. Ну почему ты отключаешься? Включи. Ага. Все? Не? А мне дадут что-нибудь вообще? Здесь ничего вообще нету. Так. Ясно. Что, опять начинается? Я так понял, эта серия чисто убегать. Или вот фонарик у меня есть. А, это рукопись. С рукопись. Ей только, наверное, жопу подтереть. А вот ничем не помогает. Ну, я здесь. А мне куда? Добраться до фермы. А как добраться до фермы? У меня столько вопросов, у меня почему-то столько энергии. Сегодня. Так, а, ну мне сюда. Вот она. Сейчас, ну конечно, я так и знал, что она сейчас все превратится и все полетит на меня. Как говно на вентилятор понакидывали. В итоге это сейчас будет летать здесь. Опа. А как это большое вот это сделать, а? Иди сюда. Иди. А, не хочет, кстати. О, отлично. Это оно? Послепил тебя немного, ну ладно. Кем не бывает. Значит, этот козел с фонариком, сигнальными ракетами. А мне даже ни одну сигнальную ракету не дали. Что за особый уровень? Что с тобой?
Ой-о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 й, вот это да. Бляха-муха, как от тебя уклоняться, вот вопрос. Давай, сейчас она меня убьет еще. Бьет? Кто-то летает, все так же бьет меня. Так, наверх. Быстро, 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 быстро. Сейчас выживешь только так. Ясно. Идиот. Если бы я не догнал Барри. Сука, жирный. Котлеток понауплетал, теперь хрен ходить, бегать умеет. Вот как можно вот просто 5 секунд пробежать и сидеть? Вроде ж молодой мужчина. В самом рассвете сил. Блять, со всех сторон. Да что, это прекратится, нет? Вот он не хочет бежать. Вот просто вот ему насрать. Он не хочет бежать. Посмотри, вот он... Ладно. Куда я бегу? А где это место? О-о-о, ясно. Да бегишь ты, идиотина! Какой же ты даун, Алан. Вот не знаю, вот что-то мне хочется тебя сегодня прям ругать. Давай. Отдышись. Пусть они как бы на меня летят. Возьмем с рукопись и пойдем. Танец злобного гения. Ай, отдышись. Пожалуйста. Как старик. Статный, взрослый мужчина. Себя вот это вот даже секунду не может пробежать. Пиджаки. Опа, вот ты в ловушку прям попалась. Так, ну а ты? Собираешься, нет? А, ясно. Ты не собираешься. Как от этого уклониться, а? Кто-нибудь знает? Давай. Дерево. Вот он просто даже уклоняется, и все равно он берет и как бы не может ни хрена сделать. Что-то летает, что-то... Прям это жесть. За камень. Бежать наверх. Беги. Так, термос. Ясно. Баночки, скляночки. Все опять летает. Ну побеги, ну пожалуйста, ну не будь ты таким. Все, ясно. А я что, опять вернулся или это уже другое? Мне вот что интересно... Это опять то же самое. Ну да. Это опять то же самое. А смысл? Где оно пищит? Что-то прыгает. Ясно, ты что, никак не можешь до меня добраться, нет? Ясно. Вот лучше враги были, вот честно. Чем вот это вот говно, которое просто летает. Иди сюда. Есть, 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 есть. Красиво. То, что надо. Вот эти банки, бутылки, все это мы оставим, пожалуй. А сами побежим. Что летает сзади, да? Блять. Они опять появляются или что? Почему они... Почему они здесь постоянно? Сюда вниз мне? Куда-то иду, я не понимаю. Ферма в другой, кстати, стороне. Я просто куда-то убегаю. Может мне сюда? Да нет, я отсюда, пожалуй. Я отсюда пришел. Куда мне сюда? Мне не сюда. Еще этот придурок не бегает. Что?
что меня подбешивает. Он просто не бегает. Все, он просто... Я помолчу. Сейчас приду, они здесь, да? Ну, конечно, они тут. Как иначе? До фермы мне, да, дойти? Так, до фермы. Иду я до фермы. Вот сюда. Да беги ты! Он не бежит. Бежишь, нет? Идешь, бежишь. По воротам ползли тени. Чтобы пройти, что это? Нужен был свет. Что происходит? Допустим. А как включить его? Его ж надо как-то включить. Так. О, с рукопись. Опа. Взял. А где включается? Я надеялся, что поблизости найдется генератор, чтобы запитать старые фонари у ворот. Есть. Теперь можно идти. Какая-то странная ферма, она в шахте какой-то. Это шахты. Еще с рукопись? Что в лесу не. Кто-то есть. Глупо было идти безоружным, но выбора нет. Фонарик. А, ну... это... Револьвер. Флешку, не? Что пишет? Что там пишет? Траст. Траст, что-то там... Траст, короче, да. Ничего. Только траст. Так, может здесь будет что-то, что мне, ну, не знаю, ракетница. Когда надписи, значит, где-то должна быть вот эта вот сундучок. Не, куда? Кстати говоря. Они здесь. Я, конечно, бегу, но они здесь. Ну да. Кто бы сомневался. А мне туда бежать. Надо бежать. А как я побегу, а? Иди отсюда. Мне главное добежать. Беги, беги, да беги ты, беги, беги, беги. Никому нельзя. Всех просто беги. Опа. Я добежал с первого раза. Это очень хорошо. О, ферма. С фермы примерно в одном направлении со мной ехала машина. Это был явно Барри. Сделать не подумав, а потом расхлебывать в его стиле. А чё не подумав? Он на машине в отличие от тебя едет. Он может и сбить, он может и осветить, а ты с одним фонариком. Вот кто здесь не думает? Он как раз таки практичный человек, хороший, мощный фонарик. А чем они отличаются? Давай мощный. Так, может мне... Что-то здесь есть. Смотри. Литейные батарейки. Термос. Никто здесь не стрелял. Может здесь что-то есть пострелять. Я не знаю. Ладно. Едет. Машина неслась к дому. Уже было недалеко. Если это был Барри, то он скоро что-нибудь порушит. Ты так о своем друге отзываешься? Алан, ты прям такой токсик. Я так и думал. Я не буду батарейки тратить, я чисто вот так вот сделаю и все. Пойдем. Возьму, ты опять появится, да? Нет? Что случилось? Я пытаюсь доставить каждую страницу в нужное время и место. Хочу показать тебе, как развиваются события. А, это ты, что ли, с рукописи расставляешь, да? Раньше я уже видел отблески света. Во сне. Я видел то ли космонавта, то ли водолаза в скафандре.
Это он оставлял у меня на пути страницы. А я думал, это рукопись. А это не рукопись. Ой, а может ты... Оп. Не хочешь ли ты в капкан попасть? Почему только я попадаю в капкан? Капкан это что-то другое. Это комок. Добраться до фирмы. Ну вот она, беги. Давай, бляха. Раз, два. Видел, звук нагнетающий был? Ай, тут все с рукописи своей кидает. Чем они мне? Кстати, не видно. Я не могу посмотреть, что там. Ружье вижу. Есть. Кто-то бросил пушку. Теперь у меня был шанс пробиться к ферме. Да. Может, это он, кстати, надписи делает? Дробовик мне дали. Ну, если дробовик, что-то будет не очень, да? Так, надо бежать. Я их слышу. Что-то большое. Ага. Может, ты на капкан попадешь? Капкан, капкан, беги в капкан. Вы задрали меня бить этой хренью. Ага. Что, мансуем? Такого ты не ожидал, да? Не ожидали такого? Я знал, что никто не ожидал такого от меня. Так, они сейчас еще появятся, если я не побегу. Ну, кто бы сомневался. Надо бежать, иначе они пойдут. Да ты беги, ты что стоишь, дебил, ты тупой. Тупой идиот. У меня патроны-то заканчиваются. Все ясно. Да перезарядись ты хоть раз свою шарманку. Полностью. Я добежал. Я уже добежал. Идиоты, я добежал. О, машина здесь. Я увидел машину, но водителя в ней не было. Это очень странно. Эй, есть тут кто? Барри? Дэнни, нет, Дэнни, ты не... Прошу! Это не Барри. Что ты такое? Нет, прости, нет! Да подожди, хватит орать. Ща, подожди, приду. Секунду. Я ща приду, чё паниковать. Это не он. Так, секунду. На всякий случай. Пойдем. В смысле, ты наверх не хочешь? О! Толкнуть. Толкни. Чё себя ты толкаешь? Да называется выбил. Что такое? Я тебя помню. Ты сидел в камере. Я ходил на ферму. Ну, за самогоном, понимаешь? Ну? От него прозреваешь. Ага. А в дурке он им... Все равно не нужен, правильно? А, приятель, ты вор. Дэнни, я его потерял. С ним что-то не так. Это уже не он. Это как в хреновом продолжении хорошего фильма. Когда вдруг главного героя внезапно оказался злодеем. Сейчас оказывается, что он забрал это все. Это дерьмо.
Исследовать дом. Давай. Это не все, да? Ну вот опять темно. Не особо видно. Опа. Я обдумал все возможные варианты. Если ага. Я продолжу писать по указке темной сущности, Элис не спасти. Теперь это ужасы. А значит, погибнут и Элис, и я сам. И весь город. Не выживет никто. Тьма поглотит все. Оно с самого начала этого хотело. Обрести силу и свободу. Элис была приманкой и стимулом продолжать работу. Оно не собиралось ее отпускать. Но я это исправлю. Прежде всего, нужно бежать. А, так вот что случилось. Я вписал себя в историю. Теперь я главный герой. Рискованно, но только так я могу спасти Элис. Идиот. Частью сюжета так же, как и все остальные. Чтобы все вышло, история должна быть правдоподобной. Должны быть случайные жертвы, опасные ситуации, саспенс. В ужасах нельзя быть уверенным, выживет ли герой вообще. Он обречен на смерть. Затем я пишу в историю свой побег. Мне нужна помощь. А будет помогать Зейн. Так и будет. Зейн? Кто такой Зейн? Зейн. Так, ну я исследовал. Где? Где то, что я хочу? Что случилось? Где он бьет? Сколько ты не гизнешь, ты не заматишь? Почему? Ну подожди, ну Дэнни, это же Дэнни, да? А вот тебе. Я так и думал. На тебе. На. Дай-ка угадаю. Дэнни, а? Взял Дэнни, загрохнул. Добраться до фермы. А это что, не ферма, по-твоему? Зачем ты тогда сюда пришел, если это не ферма? Это же ферма вроде. Машина. Все еще далеко. Нужна была машина, чтобы скорее добраться. Поехали. Раз Барри здесь не было, значит, он был на ферме и, скорее всего, в беде. На миг мне стало стыдно, что я сомневался в нем. Ну дрифт. Но Барри — это Барри. Барри. Из него сюжет не тот показали. Занос не так заходит, но хорошо. Но не так, как надо. Ночью никогда, видишь, не дрифти. Будет плохо. И вообще, в том направлении я еду. Я машину так сломаю, так что надо без дрифта. Хотя, как можно быть без дрифта? Там вон, кстати, еще машина. О! Угу. А, ну вон, наверное, светит. Оп. Это что было? Где ферма? Куда идти? Так, лучше мне... Бляха-муха. Что это такое, а? Куда мне ехать? Не сюда? Поехали по полям. А как мне доехать? Вопрос. Так. По идее, здесь никак не доедешь. Типа, мне надо вылазить и дойти пешком? А я не хочу. Походу, так и надо. Давай добьем хотя бы вот этих всех. Где они здесь бегают? Раз, два. Бля, ему насрать. Да ты сдохнешь, нет? У нас рад. О, все. Бляха-муха, машина встала. Все, нет? Вроде все. Выходим. Я так понял, сюда я только пешком пройду. Ты что, издеваешься? Кран?
А, ну еще и сзади идиоты, да. Замечательно. Она вообще бьется, нет? Иди отсюда, идиот. Мне кажется, она не бьется, не делается ничего, а? Или делается? Вот ты вовремя. Есть. Угу. Контрольная точка. Давай перезарядимся. Вон она, кстати, ферма. Давай второе перезарядим оружие. Оно перезаряжено. А тут как бы все. Как мне до туда добраться? Здесь вот. Тут можно перелезть, нет? Здесь может есть спуск. О! Во-во-во-во-во. По полям пойдем. Надеюсь, здесь не будет вот этот. По полям. И трактор выходит. И все, я опять буду бегать от трактора. Уже было такое. Я знал, что братья когда-то были рок-звездами, но всерьез этого не воспринимал. Я не увидел сцену. Они здесь прям свои рок-звезды давали. Рок-концерты. Беги! Они идут! Их слишком много! Что происходит? Обалдеть. Потрясная инициатива, мистер Бронсон! Заткнись и стреляй! Под музыку сейчас будем стрелять. Ау! Нужно перебить их! Я могу запустить ракеты! Это поможет! Эй, Ау! Ты заметил, сколько тут патронов, да? Алло! Я рок-звезда! Куда ты полез? Автограф только после! Куда-то, а? Нельзя на сцену круг звездам, алло! Твари какие, а? Ты диджей или ты мне помогать будешь, идиот? Мне не помогает, сидит там, что-то ковыряет. Потрясная инициатива, мистер Бронсон. Так, ладно. Заткнись и стреляй. Еще указывает мне, смотри, что мне делать. Так. Нужно перебить их! Я могу запустить ракеты! Это поможет! Давай, запускай! Где твои ракеты, эй, дурачок? Ау, ты заметил, сколько тут патронов, да? Это неспроста! Ау, держись! Попробуй включить свет! Где этот свет, скажи мне? Я включу его. Ясно. Идиот. Ты чё, дурачок? Он не хочет светить им! Он не хочет светить им, ему свечу он не светит. Потрясная инициатива, мистер Бронсон! Заткнись и стреляй! Где здесь свет включить, кстати? Ау! Нужно перебить их! Я могу запустить ракеты! Это поможет! Запускай! Где свет начинается? Ты заметил, сколько тут патронов, да? Это неспроста, а? Держись! Попробуй включить свет! Где свет? Идиоты мелкие бьют. Надо как-то их кучу всех. Ему насрать, он идет, ему насрать. Вот вообще. Куда? Теперь батарейка закончилась, а? Держись, Эл! Сейчас все будет! Да перезарядишь ты свою говнину! Нет, это идиотина, просто это идиот. По одной... По одному патрону делать, а? Я не понимаю, что происходит.
Он не хочет стрелять ни одним оружием. Батарейки, конечно. Следующий. Куда ты там? Оставайся на свету! Остаюсь на свету. Что ты подбираешь? Фальшфейеры. А че еще не все? Опа, 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 а че так неожиданно? Куда ты, а? Я, кстати, хотел подобрать здесь лучший фонарик. Ясно. Не даете, да? Не дадут мне это сделать. Толк, не дай мне умереть! А если мне и судьбино, то именно так, как я всегда мечтал! Рок-н-ролл! Этому весело веселиться. Они хотят нас убить, но не у моей. Меня бесит, знаешь, что в этой игре? Этот идиот не перезаряжает оружие полностью. Две кнопочки нажмет. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Спасибо. Перезаряди это говнину. Они бегают, кстати, со всех сторон. Минус. Перезаряди. Так, где еще? А, вот он. Офигеть, их сколько бежит, это они полгорода поубивали. Это ж люди. Это, наверное, самый потрясающий момент в нашей жизни. Они хотят нас убить. Потрясающий момент, перестань. Children of the Elder God! Вот вам, черт возьми! Ясно. Нет, он вообще ни одним оружием не хочет бить. Этот идиот не хочет бить ни одним оружием. И шачина, ты тупая. Фальш... О, светошумовые, кстати, есть. Вот они. Они идут со всех сторон. Пожалуйста, перезаряди оружие. Не будь идиотом. Два патрона и все. Знаешь что? Ясно. Этому весело. Это мне не весело. Самый потрясающий момент в нашей жизни. Он типа не хочет перезаряжать оружие. Children of the Elder God! Вот вам, черт возьми! Ясно. Снова в деле! Да! Перезаряжаю. Еще перезаряжаю. Так, оружие, давай, берем. Все берем, все берем, берем, берем. И вперед. Пошел отсюда. На сцене только звезды зажигают. Вам там делать нечего, деревенщины. Вот это у меня это. Вот это у меня реакция. Куда? Фу. Они меня почти убили. Происходит. Вот это было круто! Брайт Фоллс, рок-столица. К
круто ему было. Если бы ты еще бы стрелял, хоть что-то делал, было бы еще круче. Не, ну кстати, он помог. Не то, что там на него наговаривают постоянно. Хорошо, хорошо, пойдем. Пойдем. Так. А пойдем к самой фирме на следующей серии. Подписывайся на канал, на паблик, на телеграм, ставь лайки, пиши комментарии. Колокольчик прожимайте, чтобы всегда быть в уведомлении об видео. И до встречи в новых видео.